Что там, Касси? Индейцы? Трава выжжена, дядя Вудли. Пожар был в прерии. Земля черна, как десятка пик. Но не быть мне капитаном Колханом, если я не отыщу дорогу даже в этом аду. Моя лошадь боится идти вперед. Кому вы больше верите, мистер Пайндекстер? Старому солдату или лошади вашего сына? Генри, изволь слушаться! Касси! Это и правда ад! Вставать, вставать! Пошевеливайтесь! Или все мы подохнем здесь! Они хотят пить. Возьми, Касси. И напои мулов из моей фляги. Луиза смеется надо мной.
Где ж искать дорогу? Я бы и вам, господа, посоветовал закрывать лицо. Пепел. Мы недавно в Техасе. Мы из Луизианы. Я купил асьенду Каса дель Корво. Ту, что стоит на излучине реки Леоне, около форта Индж. Еще неделю назад мы должны были доехать до места, и вот заблудились. Остались без воды. Моя дочь, Луиза... Не могли бы вы, сэр, помочь нам выбраться отсюда? На берегу Леоны? Но вот же она. Видите, нет? Там высокий тополь. Возьмите от его верхушки. Она немного искривлена. Чуть левее. Слушайте, мы джентльмены, а не следопыты. Сожалею, но мне придется оставить вас. Я спешу. Можете ехать по моим следам. До свидания, господа. Впрочем, мы и в самом деле не следопыты, сэр. Пошлите со мной негров и лошадей. Поднимайте же ваших людей, сэр. И держите все прямо и прямо. И пусть они поищут все, что может гореть. Но мы найдем дорогу к реке. Это будет нетрудно, даже для джентльменов. Я готов подумать, что он нас попросту обманул. У него лицо благородного человека. Мальчишка, пустую бутыль из-под виски я не ставлю за то, что он непроходимец. Или бандит из шайки Аль-Койота, завлекающий нас в ловушку.
прелестная пара. Не дурна, не правда? Мне больше нравится папаша, этот мешок с золотом. А уж если говорить о женщинах, то для меня, клянусь кровью Иисуса Христа, существует только Исидора Коварубия. А где? Нельзя ли что-нибудь поновее? И что же ваши солдаты? Не томятся ли они от безделья и скуки? Спросите уж прямо, ступили индейцы на тропу войны или нет? Парни майора твердо помнят завет генерала Шеридана. Хорош только мертвый индейец. Меня больше, чем индейцы, беспокоит сброд, которым кишит Техас. Вроде головорезов и шайки Аль-Койота. Желаю, чтобы вы наконец поймали этого бандита. Господа! Предлагаю всем выпить за Техас. Новый 28-й штат Америки. Индейцы! Индейцы! Смотрите, смотрите, индейцы! Оружие, господа! Не успокоились, велите закрыть ворот. Есть у вас оружие в доме? Мустанги. Что случилось, господа? Не могу ли я чем-нибудь помочь? Все в порядке, Моррис. Одной из наших дам привиделись кровожадные индейцы. Ваши доблестные парни, майор, так отважно гнали краснокожих с их собственной земли, что они теперь надолго закопали свои томагавки. Рад вас видеть, сэр. Это была великолепная выдумка с факелами. Моррис Джеральд всегда к вашим услугам. Благодарю. Мистер Поиндекстер, от моих товарищей мустангеров я слышал, вам нужны лошади. Да, очень нужны, мои милые. И уж будьте уверены, на сей раз вы явились в дом, где скупиться не привыкли. Плутон! До свидания, мой друг. Ступайте на кухню, я велю, чтобы вас накормили. Твоя, Луиза. Возьми $150 и отдай мне лошадь, мустангер. Одну минутку, дорогой капитан. Клянусь всеми святыми, лошадка посматривает в другую сторону. 250! А я, представьте, могу и сама купить все, что захочу. $300! $500! Лошадь не продается. $500, мустангер. Лошадь не продается, сэр. На моей родине в Ирландии принято в день новоселья делать подарок на счастье. Но не хозяину дома, а его жене или дочери. Позвольте мне ввести этот старый ирландский обычай в Техасе. Я принимаю ваш подарок, мистер Джеральд. Вам не нравится этот обычай, господа? А мне нравится.
Если вы набросите на нее ласса и сами отведете в конюшню, она будет слушаться только вас. Наконец расскажет мне, господа, что это за птица ваш, как его, Джеральд. Незаконный сын испанской королевы. Вице-король Индии. Мистер Синяя Борода инкогнито. Да он просто нищий. Иконократ, между прочим, вот он кто. Так что не ломайте себе голову. По моим наблюдениям, а у меня на такие вещи глаз наметанный, наши дамы влюблены в этого мустангера, кто явно, кто тайно. Возможно. Эй, Диас, как здоровье прелестной Исидоры? На балу Поинтекстеров она была так бледна. О, бедный Диас. Виски с водой. Ты нацеди ему одной воды без виски. У него, небось, и 5 центов не наберется. Я ведь не спрашиваю вас цену. Виски с водой. Угощаю всех. Выпьем, джентльмены, как следует.
И пусть друг Диас не говорит потом, что он зря открыл у нас салон. Да здравствует Америка для американцев. Да сгинут всякие пришельцы. Особенно проклятые ирландцы. Я ирландец. Ирландец? А я, глядя на пышный костюм, думал, вы мексиканец. Как раз о костюме я и хотел поговорить с вами, мистер Колхаун. Вы залили мою рубаху. Позвольте мне ответить тем же и смыть крахмал с вашей. Нет, господа, с первым, кто спустит курок, я расправлюсь по-своему. Не суйтесь, не свое дело, майор. Слушайте, Колхаун, мы живем, слава богу, в свободной стране. Мы свободные люди. Не терпится вам продырявить друг друга на здоровье. Но прошу вас, однако, соблюдать правила. Итак, я спрашиваю, вы уверены, что дуэль неизбежна? Если мистер Колхаун извинится... Мне? Мне извиняться перед этой ряженой обезьяной? Довольно. Я хотел ему дать возможность спасти жизнь, майор. Мы будем драться. Так вот, 6 пуль в кольте капитана. И у вас столько же. Другое оружие имеете? У вас все оружие с монограммами? Даже пуля, которую я влеплю в этого негодяя. Теперь попрошу всех выйти из салуна. Услышав колокол, вы оба дуэлянта возвратитесь сюда. А дальше уже ваше дело. Позвольте, позвольте, майор. Это, между прочим, и мое дело. Кто мне платить будет за весь разгром? Заплатит тот, кто останется жив. Значит, платить буду я. Интересно, за кем же остался 12-й, черт их возьми. Вы проиграли, капитан? Довольно. Опустите револьвер. Извините. Лови! Молодец, хорошо. Вы проиграли, капитан. Довольно, извините меня. Извинить вас? Вы хвостунишка и наглец, вы дурно воспитаны. Извинить никогда. О, не убивайте меня, я так люблю Луизу. Перестань, Генри. В городке о дуэли уже никто не говорит ни слова. А что с этим бедным Станкером? Плутон рассказывал, что когда его несли из салона, он был весь в крови и... Ну-ка, Лу, посмотри на меня. Ты глупый мальчик, Генри, как ты мог? Он же торговец лошадьми. Да, к сожалению. Но ему бы больше подошло быть офицером. Больше, чем некоторым. Слышал, Касси хочет, чтобы я стала его женой. Ты знаешь, Генри, я ничего не боюсь. Но иногда мне бывает очень страшно. Клянусь, Лу, ты станешь женой только того человека, которого полюбишь, и который будет достоин тебя.
Кто там? Друг, откройте, Диос. Диос. Да? Я пришел с вами расплатиться. Что так поздно, мистер Колхаун? Бессонница замучена. Сколько я вам должен? 300. Здесь 500 лишних. Это задаток, Диас. 500 сейчас, 500 потом. 1000, да? Разве он не стоит этих денег? Ха. Стоит, капитан, потому что убийство – дело рискованное. Да ведь его могут убить и индейцы. Ну да, конечно. Старая уловка. Но и в прерии остаются следы. Может быть, мы стоим не на техасской земле? Ну, техасской, но вы забыли, что я мексиканец. Это вам можно подстреливать людей, как куропаток на охоте. Я слышал, что есть мексиканец, которому плевать на законы. Кто? Эль Койот. Помогите мне найти его. Не берусь и вам не советую. Кто увидел Эль Койота, тот, считай, уже мертв. Ну что ж, пусть живет. Пусть живет этот ирландский выродок. Тут ходят слухи, что это мексиканка. Исидора гоняется за ним по всей прерии, как за мустангом. Он мешает и тебе, и мне, Диас. Такие всегда мешают. Он лишний на нашей земле. Эй, вы, подите сюда. Мои помощники и друзья, превосходные ребята, клянусь богом. Меньше слов, Диас. Вечно у вас спешка, вечно вы торопитесь, а в нашем деле главное выждать, выбрать место, найти случай. Это речка Алама. Это его лачуга. А это мы. Луиза, дорогая, прерия не место для прогулок. Разве я когда-нибудь просила у тебя совета? Индейцы, Луиза. Он умчит меня. Мерзавец Эль Койот. Я очарую его. Тебе нравится издеваться надо мной? Да. Британии сад красоты стережет. Дракон добродетели, грозный дракон. Но часто бывает, что сторож заснет. И сад оставляет в опасности он. Луиз! Thank you.
поговорим! Луна мне слишком дорога! Ну, теперь мы поговорим с ними всерьез. Вы сумасшедший, сэр! А вы отважный, мисс. Скачите к речке, там моя хижина. Я не оставлю вас! Что ж, тогда погибнем вместе. Я не оставлю вас! Убирайтесь! Капризничать будете у себя дома. Убирайтесь! Вы! Разве ты дни и ночи была при нем? Смывала кровь после дуэли, поила его водой. Кто молил Пресвятую Деву, что он остался в живых? Кто был его служанкой, его сестрой, матерью? Кто? Я и никто другой. Я, не ты. Прочь отсюда! Иди к своему офицеру. Я не уступлю его, потому что он мой, мой! Я не понимаю вас, милая. Вы, наверное, забыли, кто я. Я Луиза Поиндекстер. Поиндекстер. А он торговец лошадьми. Берите его. Мне он совсем не нужен. Он мой. 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 А может, и нужен. Я еще не решила. Просите свою лошадку не топтать мой ужин. Какой ужин? А вот, этот самый ужин и есть. Плевать на ужин. Ты не видел здесь синьориту? А? Меня зовут Зепп Стамп. Зепп Стамп вот уже 55 лет. Я говорю, синьорита здесь не проезжала, мистер Стамп. Синьорита? Малиновые амазонки? Да. На пятнистый, как ягуар, кобыли. Да. Не видел такую. Эй, вы! Как вас там? Я капитан Калхаун и не выношу шутников. Эй, поторопись, мальчик. Все в порядке, капитан. Не волнуйтесь. Он подоспел к вашей малиновой амазонке. Кто он, тысячи чертей? Морис Джеральд, конечно. Этот парень всегда на месте и всегда знает, что делать. Я бы выбрал его президентом Америки. Не терплю всех лошадей. Конечно, кроме моей старушки. Бог создал человека, чтобы он сам ходил по земле. Вот здесь она начала уставать. Кто? Ее рабчатая. Говорил же, я не доверяйтесь вы лошадям. Конечно, кроме моей старушки. Плевать на старушку. Что с Луизой? Не пожалел бы и серебряного доллара, чтобы посмотреть, как он всаживает пулю в вожака. Это было все равно, что захлопнуть ворота. Табун остановился и побежал обратно. Мистер Стамп, скажите, прошу вас, где Луиза? Каждый лавочник, мистер Калхаун. Каждый лавочник, говорю я, знает. В эту пору жеребцы держатся отдельно. И кобылы держатся отдельно. Иначе... Что иначе?
Иначе дело плохо. Следов-то не видно на той стороне. Но похоже, будто стояли они рядом. Как две лошадки в одной упряжке. И чего? Одну лошадку я быстро приведу обратно. Привести лошадь на водопой может и один человек. Но и 40 не могут заставить ее пить. Но погоди ж, ирландский мерзавец. Мерзавцев и в Техасе хватает. Мисс Пойндекстер? Мистер Джеральд. Как вам понравилось жилище бедного мустангера? Я в восторге. Одинокая хижина? Одинокая? Я бы не сказала. Вы, наверное, встретили моего друга Зеба Стампа? Старый охотник, добрая душа. Он иногда привозит мне дичь. Старый охотник. Если у него прекрасные черные глаза и волосы до плеч, и великолепная маленькая ножка, и чудный бархатный голосок. Донни Исидора слишком щедро благодарит меня за маленькую услугу, которую я ей оказал. Вы тоже ее спасли от диких лошадей? Мне всего лишь довелось отбить ее у пьяных бандитов. Смерть ей не угрожала, но я подоспел вовремя. Вы всегда успеваете вовремя? Должен же кто-то быть рядом, когда человек в беде. О, я бы полжизни отдала, чтобы оказаться во власти бандитов. Мисс Пойндекстер, помните тот проклятый каньон? У нас его называют каньон смерти. В нем истребили целые племя индейцев. Так вот, он жалкая канава по сравнению с той пропастью, которая разделяет дочь миллионера и нищего мустангера. И даже на вашей крапчатой не перелететь через эту пропасть. Ну, а если я в беде и позову, не придете? Был бы счастлив, если бы этого не случилось. Мистер Джеральд! Мисс Пойндекстер. Хорошо поешь. Клянусь муками Спасителя. Хорошо поешь. Нет от тебя избавления. Ну что ты за мной всюду ходишь? Хочешь удирать в другой штат? В другой штат.
клянусь преисподней ее сковородками, никуда ты не денешься. Не, твой мустангер тебя как будто железными оковами к себе приковал. Диас. Да. Я ему не нужна. Не любит. Скажи слово, и я его убью за это. Исидора. Исидора. Послушай, эй, койот. Так вот кто эль койот. В меня влюблен эль койот. Неуловимый эль койот. Злодей эль койот. Тот, кто узнает мое имя, умирает. Кого ты пугаешь? Разве я белокурая мисс? Опусти и пугай девочек с нежной кожей тех, что никогда лассо в руках не держали. Ты видел когда-нибудь, как я бросаю лассо? Смотри! Ты эль койот, но я Исидора Коварубья. И не вздумай становиться на моем пути. А сегодняшней встречи просто не было. Не было, и все. В чем дело, Плутон? Да ничего особенного. Хочу только сказать мисс Лу, что ее крапчатая оседлана. Собираешься на прогулку, Луиза? Прекрасно, в добрый час. Разумеется, не в одиночестве. Это неловко. Возьми Генри или Касси. Иди, Плутон. Иди. Иди! Гони крапчатую в коральное пастбище, куда хочешь. Пусть бежит в свою прерию, если это нравится. Мне она больше не нужна. Ты плут, парень. 10 мексиканских долларов за все. Да я лучше подарю это первому же шакалу. Он будет благодарнее тебя. И не будет клянчить в придачу язык или окорок бизона. Мое почтение, мисс. Скажу вам по совести, Зепп Стамп. Зепп Стамп? Не встречал такого плута, как ваш повар. Это несчастье какое-то. Вряд ли мне удастся продать вам этих птичек. Если мы не утопим его сейчас же в реке. Ну, это уж слишком жестоко, мистер Стамп. А сколько же вы хотите? Да не полпенни, мисс. С меня хватит взгляда ваших милых глаз. И стаканчика монангахельского виски. Воды, мистер Стамп? Зачем, мисс? Разбавить виски, чтобы оно не обожгло вам горло. А, ну что ж, пожалуй. Пей, пей, печушка. Пей, пей. Это почтальон Мустангер, мисс. Он хорошо знает мой дом. Сегодня прилетел от Морриса. У него запасы кончились. Мистер Стамп, а что, голубь быстро летит? Как зигзаг молнии, смазанный салом. Мистер Стамп, а сколько вы хотите за голубя? За голубя? Много, мисс. Много. Полстаканчика виски. Да чтоб вы поглядели ласково на старого Стампа.
Лу, ты, конечно, свободна в своих поступках. Но пойми, мой долг, мой тяжкий долг велит мне ради Генри, ради вас обоих признаться в том, что... Отец любимый, не унижай себя и не говори мне ничего, я все знаю. И все равно я никогда не выйду замуж за Касси. Проснись, Генри! Вставай! Вставай, иначе семья Поиндекстра станет посмешищем всего Техаса! Твоя сестра в грязных объятиях нищего проходимца! Только не попади в нее! Подкрадись, и как только разойдутся, стреляй в живот! Все шесть пуль! Отправь его в ад! Не с места, негодяй! Луиза, в сторону! Я убью его! Генри! Если ты выстрелишь, ты не брат мне больше! Генри! Ты не убьешь человека, которого я люблю. Лу, так это был Морис Джеральд? Да. И ты отвратительно оскорбил его. Ты забыл свою клятву, Генри. Это был Морис Джеральд. Но я же не знал, что это был он. Я же ничего не знал. Это ужасно. Вы расстались врагами. Я догоню его. Я принесу ему свои извинения. Это будет поступок, достойный мужчины. Ты не мужчина, ты не Пойндекстер. Как рука Касси? Все в порядке. Плутон. Слушаю, Масс. Пойди в спальню к мальчику. Скажи, что мы уже за столом и ждем его. Слушаюсь. Ты что, оглох, негр? Нет. Масса. Так иди, куда тебя послали. Уже иду. В чем дело, Плутон? Молодого господина нет в спальне. Его нигде нет. А его лошадь? Где его лошадь? Я смотрел, ее нет в конюшне. Заняться этим парнем.
У меня есть подозрение, что это он. Кто он? Мустангер Джеральд. Может, он, чтобы вам отомстить, расправился с вашим двоюродным братцем. Вы не проспались, Диас? Я? Несете, что попало. Мы ценим ваше благородство, капитан. Но все мы были свидетелями вашей дуэли. Есть здесь мужчина или нет? Мой мальчик исчез. А вы болтаете языками. Господа, давайте разделимся на два отряда. Я с офицерами поскочу к команчам, а все остальные, кто знает, где хижина Джеральда? Я знаю, могу проводить. Значит, остальных Диас проводит Мустангер. Вперед! Клянусь, Лу, ты будешь женой только того человека, которого полюбишь. Где мой Генри? Похоже, вы были правы, Диас. Господа, надо бы выслушать его, когда он сможет говорить. Что вам еще нужно, чтобы убедиться в его виновности? На нем царапы, Генри. Посмотрите на него. Они дрались. На нем кровь, Генри. Повесить! Повесить! Если ты затянешь эту петлю, то получишь свинцовую пилюлю в живот. И вряд ли ее переваришь. Что за ерунду вы затеяли, ребята? Вы слишком много на себя берете. Какое вам до этого дело? Этот парень мой друг. А во-вторых, Зепп Стамп не потерпит подлости, хотя бы и в прериях Техаса. Он убил моего сына. А почему бы вам самому, мистер Поиндекстер, не затянуть веревку на его шее, а? Тогда сделай это ты, Сэм Мэнли. Тебе не привыкать. Думаешь, я не знаю, кто линчевал негра, когда у тебя пропало старое седло? Ха-ха. Эй, Дик Меллон, потяни веревку. Ты ведь знаешь, как это делается. Разве не ты с Недом Спенсом и Биллим Уильямсом устроили маскарад, нарядившись команчами? И угнали чужой скот, а повесили за это пятерых ни в чем не повинных индейцев. Привет, Шелтон. Есть возможность отличиться. Повесь, застрели, зарежь своего ближнего. И Техас будет гордиться тобой. Они давно ушли отсюда. Они теперь уже за перевалом. То, что Мустангер виновен, должно быть установлено законным судом. Замолчите! 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 Что вы подняли такой крик, как будто у каждого из вас по два языка и две глотки? Дьявол!
Не так уж я болен, чтобы меня навещали призраки. Мистер Джеральд, сможете ли вы простить меня? Будь проклята моя записка! Не проклинайте свою записку. Мне вы просто просили меня приехать. Я даже не воспринял этого всерьез. Почему же вы не повернули коня? Я думал, но вдруг ты ошибаешься. Вдруг ты и действительно нужен. Мисс Луиза, я люблю вас. Я должен вам это сказать. Похоже, у нас не будет для этого другого случая. Ответьте мне. Тогда в саду вы крикнули брату одно лишь слово. Мисс Поиндекстер? Этим словом вы хотели только спасти меня, или... Сегодня мы не берем дичь, масса Стамп. Вот глупый парень. Разве Стамп за этим приехал? Даже голодный волк потеряет охоту к еде, когда такое творится на свете. О, масса Стамп, он появился. Негры видели его. Кого? Дьявола. И знаете, он без головы. У него огромная-огромная лошадь, больше, чем гора. Душу убийцы ищет, и даст Бог найдет. Я б ему с удовольствием помог найти эту черную душу. Еще негры говорят... Ну, выкладывай, что еще там болтают твои негры? Они не думают, что это мистер Джеральд. Только не он. А кто, а, парень? О, масса Стамп. Что может сказать бедный Плутон? Он и так сегодня попал в хорошую переделку. Ты, наверное, провинился. Плутон не сделал дурного. Он только спросил у мистера Колхауна, что такое случилось с его лошадью в ту проклятую ночь. Похоже, ее загнали, бедную. О, масса Стамп, он кнутом уж так меня отстегал, так отделал. Вот что я скажу тебе, парень. Что тебе за дело до его? Какого цвета эта лошадка? Рыжая, масса Стамп. Ага, и одной подковы не хватает половины. О, массе Стампу все известно. Прерия – это большая книга, парень. Надо только уметь читать по ней, но... Глаза масса Стампа все видят. Даже след шмеля в воздухе.
Дядя Вудли. Дядя Вудли. Я решил жениться, дядя Вудли. Жениться? Ну что ж. Чертовски надоело слоняться по свету. Пора семью завести. Да, неплохо. И я согласен, чтобы моей женой стала Луиза. Что? Луиза? Да, Луиза. Но она не любит тебя. Достаточно, что я ее люблю. Луиза не согласится. Значит, вы уговорите ее? Я? Нет. Даже не подумаю. Ступай. Зачем портить собственное добро? Ведь этот негр мой, не так ли? И вон тот, и плантация, и дом. Пусть олухи вокруг думают, что все здесь твое, но мы-то с тобой, дядюшка, отлично знаем, сколько ты мне должен. А? Я твердо решил обзавестись семьей и хочу, чтобы хозяйкой Касса Дель Корво стала Луиза, а не какая-нибудь другая женщина. Ты ответила, не подумав. Здесь все мое. Земля, на которой ты стоишь, кровать, на которой ты ложишься, даже твое платье, твои драгоценности, все мое. Эх, бедность нас не пугает. Чудная парочка, обручись с висельником, сыграй свадьбу с дохлятиной. Его оправдают. Он обречен. Лжешь. Он не убивал. Кто знает. Кто знает. Может быть, ты и права. Но так или иначе, тебе придется подтвердить то, что скажу суду я, потому что свидетелей осталось двое. Кто же они? Луиза Пойндекстер и Касси Калхаун. Если ты откажешь мне, Луиза, то тебе придется рассказать присяжным, как в ночь убийства ты назначила Джералду свидание в нашем саду. Присяжных заинтересует это, будь уверена. В Техасе любят подобные истории. Ты будешь опозорена, да еще и сама затянешь веревку на шее Джералда. Но присяжные ведь могут и не узнать об этом. Так будет лучше и для Джералда. Подумай, Луиза, у тебя еще есть время. Скажите, чтобы эти иерихонские трубы заткнулись. Господа присяжные, убит человек. Сын одного из наших наиболее уважаемых граждан. Арестованный Морис Джеральд обвиняется в этом преступлении. Моя обязанность следить за правильным ходом суда. А вы должны будете взвесить улики и решить, справедливо ли это обвинение. Господин прокурор, приступайте к допросу свидетелей обвинения. Капитан Касси Калхаун. Приведите его к присяге. Клянусь всемогущим Богом говорить правду, только правду, ничего кроме правды. Джентльмены, я виноват перед вами. То, что я сейчас скажу, я должен был сказать уже давно. Но я надеялся, что это не понадобится. Кроме того, мои отношения с ним. Вы все помните, что произошло между этим человеком и мною? А ваша ссора с обвиняемым не имеет никакого отношения к вашим показаниям. И никто не собирается обвинять вас в лжесвидетельстве. Спасибо, господа. В ночь на среду, в ночь, когда пропал мой двоюродный брат, в страшную ночь убийства, господа. Да, это было в ту страшную ночь, джентльмены. Было нестерпимо жарко, спать было невозможно. Я встал, зажег сигару и вышел на ассатею. На свежий воздух. Только я успел выкурить сигару, как услышал в саду голоса. Два голоса. Бедный Генри не вернулся в Кассо дель Корво. Никогда больше не ложился он в свою постель.
Его постелью в ту ночь была прерия. А где именно, знает только этот человек. Вы по-прежнему не признаете себя виновным, Джеральд? По-прежнему. Может быть, вы хотите опровергнуть показания свидетеля? Нет. Прекрасно, прекрасно, это ваше право. А наше право его вздернуть! Тихо! Тихо! Или я прикажу очистить зал. Тьфу, дьявол! Я хотел сказать площадь. Ваша честь, разрешите задать вопрос свидетелю? Спрашивайте, господин защитник. Господин Колхаун, ведь вы любите своего брата, не так ли? Постойте, постойте. И он не был вам безразличен? Дурацкий вопрос. Допустим, что вопрос не очень удачный. Но если Генри не был вам безразличен, господин Колхаун, почему вы не вышли к месту свидания, когда услышали шум ссоры, а? Я был в ночных туфлях. Пока я надевал сапоги, все стихло. И вы спокойно легли спать? Да, я лег спать. У меня нет больше вопросов, ваша честь. Разве я мог подумать, что у этого мерзавца хватит жестокости застрелить мальчишку? Спросите Мигеля Диаса. Он знает, что я до последней минуты не верил в виновность Джеральда. Спросите Диаса. Он многое может рассказать. Да, ваша честь. Я присоединяюсь к просьбе. Мигель Диас! Мигель Диас! Мигель Диас! Хозяина нет в салуне. Найдите его, а пока мы отложим наше заседание. Исидора, любовь моя Исидора. Оставь, я ценю дело, а не болтовню. Ты помнишь ту нашу встречу у хижины Морриса? Да. Собираешься на суд? Да, дорогая. За мной уже присылали. Я сказала в тот раз, лучше не становись на моем пути. Не пойдешь в суд. Я запрещаю. Исидора! Эль Койот! Хорошо же ты встречаешь друзей, Диас. А меня здесь нет. А салон давно закрыт. Меня здесь нет. Пьяная скотина. Приди в себя. Во что превратился? Приди же в себя! Ты должен выступить на суде, Диас. Ничего я не должен. Ты будешь говорить, Диас! Нет! Значит, ты хочешь спасти ирландского выродка от веревки, чтобы Сидора женила его на себя, да? Если ты не веришь мне, верь судьбе. Красная, ты идешь в суд, черная, я проиграл. Смелее, Диас, не пропусти свое счастье. Моя пятая, быстро. Раз. Два, три, четыре. Пять. Мигель Диас! Мигель Диас! Здесь, здесь он. Мигель Диас, ваш слуга. Приведите его к присяге. Только правду, одну только правду. Клянусь Христом.
Говорите, свидетель, что вы хотите сообщить суду? Вы знаете, кто я такой? Меня зовут Мигель Диас! Мигель Диас! Неправда! Неправда! Его зовут... Исидора! Его имя Эль... Исидора! Исидора, зачем ты? Зачем? Смерть собаки! Боже мой! Уберите эту мексиканскую дохлятину! Всадник слишком много знает, если он и мертвый мешает живым. Чем здесь третий день, а он еще живой? Пора окончать эту комедию! Повесить его мерзавца! Сдернуть негодяя! Повесить мы его всегда успеем, но надо же и выслушать его перед этим. Потому что после этого он вряд ли сможет что-нибудь сказать. Будете говорить, Джеральд? Что ж, Джеральд, как знаете. Справедливый закон позволяет вам молчать. Итак, господа присяжные, наш суд подошел к концу. Подсудимый Джеральд от последнего слова отказался. Видишь, ухожу, и ты остаешься одна. Все свидетели допрошены. Нет, не все. Дайте мне Библию. Я хочу принести присягу. Клянусь говорить правду. Только правду и ничего, кроме правды. Морис Джеральд молчал, потому что... Почему же, мисс Пойнт-Декстер? Суд слушает вас. Потому что я тоже была в саду в ту ночь. Вы были одни? Нет. Вы не откажетесь сообщить суду, кто же был с вами? Их было двое. Один был мой брат. Но мы бы хотели услышать от вас и второе имя. Это был Морис Джеральд. Разрешите спросить, была эта встреча случайной или вы условились заранее? Ваша честь, я протестую. Нет, она не была случайной. Мне придется задать вам нескромный вопрос. Простите меня, это мой долг. Какова была цель вашей встречи в столь позднее время, а? Тогда в тюрьме ты спросил меня, а я ничего не могла ответить. Помнишь записку? Вы мне нужны, мистер Джеральд. А сейчас я нужна тебе. Потому что должен же быть кто-то рядом, когда человек в беде. Я люблю его!
Успокойтесь, мисс Луиза, и скажите суду, когда-нибудь Джеральд отзывался дурно о вашем брате? Нет, никогда. А Генри Пойнт-Декстер о Джеральде? Нет, он... Вы помните, конечно, что говорил мистер Колхаун. Правда ли, что ваш брат и обвиняемый расстались той ночью враждебно? Да, это правда. Но он... Что вам еще нужно? Дайте веревку! Говори, Моррис. Теперь ты можешь говорить. Ваша честь, только два вопроса обвиняемому. Спрашивайте. Моррис Джеральд, правда ли то, что вы, живя у себя на родине в Ирландии, не захотели выполнить волю отца и стать священником? Правда. А правда ли то, что вы, сын уважаемых родителей, сбежали из отчего дома и присоединились к повстанцам, за что объявлены у себя на родине государственным преступником? Правда. А у нас в Техасе вы стали другом краснокожих, и они прозвали вас «Щедрая рука». И это правда. Запомните это, господа присяжные. Я бежал в Америку из Ирландии, где мы боролись против королевы за свободу своей родины. Не все, что вы слышали на этом суде, правда. Часть показаний лжива, как лживы те люди, которые их давали. Да, мы действительно расстались с Генри, даже не попрощавшись. Но той же ночью, когда Генри неожиданно догнал меня, горячо и искренне он попросил меня прощения за свою несдержанность. Вам трудно понять этот поступок. С искренностью и благородством в Техасе не часто столкнешься. Я отдал ему свой плащ и оружие, а он мне сарапы. И на прощание мы обменялись крепким рукопожатием. Не понимаю, Джеральд, зачем вы поменялись одеждой? Такой обычай существует у моих друзей-индейцев. Ну? Обменяться одеждой значит породниться, стать братьями. Мы расстались. Я продолжил свой путь. Но не прошло и нескольких минут, как я услышал выстрел. Затем другой. Повернув коня, я помчался назад, сквозь чащу. Было темно, я ничего не мог разглядеть. Но моя лошадь сама вынесла меня к цели. На земле неподвижно лежал человек. Он был мертв? Более чем мертв, сэр. Что это значит? У него была отрублена голова. И вы узнали этого человека? Да, сэр. Это был Генри Пойнт-Декстер. Никогда не слышал, чтобы у него были враги. Но у меня возникло подозрение. Сообщите это суду. Возражаю, Ваша честь. Достаточно и того, что мы слушаем его правдивый рассказ. Стоя над Генри, я вспомнил, что мне довелось когда-то читать о Южной Америке. Когда в Пампасах умирает мужчина, товарищи перевозят его, усадив верхом на лошадь, как живого. Так я и сделал. Я усадил бедного мальчика на свою лошадь, крепко привязал к седлу, взял лошадь под уздцы, но не успели мы сделать и нескольких шагов, как лошадь захрапела, дернулась и вырвала повод из моих рук. Через секунду вблизи раздался рев ягуара. Лошадь со всадником унеслась прочь, а ягуар бросился на меня. Один ученый человек рассказывал мне, что когда Колумб высадился на землю Америки, первые его слова были: «Боже мой, глядите, ягуар!» Весь израненный, я едва сумел выбраться на берег неподалеку от моей хижины. Из последних сил я пополз к ней и потерял сознание. Я
Я знаю, что вздернуть человека в вашей стране дело несложное. Но больше я вам ничего не могу сказать. Господа присяжные, я предлагаю вам удалиться для принятия решения. Уведите обвиняемого. Красиво придумано. Остается только докопаться до настоящей правды. Правду знают двое. Кто же? Тот, кто убил. И Генри. Но он мертв, к несчастью. Терпи немного. Ты можешь спорить со мной сколько угодно, но я тебе говорю, не будь я Зепп Стамп, если мы не отыщем с тобой этого дьявола. Эй, да вот он! По-моему, ты струсила, старушка. Эй, с тобой разговаривает старый Зепп Стамп. Он не из тех, над кем можно шутки шутить. Я стреляю! Если ты дьявол, тебе это не повредит. Господа присяжные, прошу ответить. Виновен ли мустангер Моррис Джеральд в убийстве Генри Пойндекстера? Да, виновен. Виновен! 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 Виновен. Виновен. Всадник без головы. Вот, господин судья, и вы 12 присяжных. Вот свидетель, который, может быть, прольет свет на это темное дело. Допросите-ка его. Боже мой. Это он. Приговор вынесен. Кому? Моррису Джеральду. Так, так. Кто же убийца? Кто? Назовите его имя, если знаете. Его имя? Тот, кто убил, стрелял дважды. Первый выстрел был смертельным. Второй раз пуля угодила уже в труп. Одним словом, имя убийцы вы найдете в этом теле.
Касси Колхаун. Спокойствие! Капитан Колхаун! Отпустите ее, отпустите! Не с места, я убью ее! Негодяй, я приказываю вам! Это мое тело. Если вам доведется приехать в Техас, побывайте в Каса дель Коро. Там вы, наверное, услышите обрывки загадочной истории, ставшей почти легендой. Слуги не откажутся рассказать вам ее всю, сначала до конца, но только шепотом. Она вызывает грустные воспоминания у хозяев асьенды. Это повесть о всаднике без головы.
Thank you.